Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Разрешите сначала представиться. Меня зовут Томсон Виктория Александровна. Я преподаватель Института специального образования и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета. Ну, я кратко скажу про себя, что я дефектолог по образованию, по призванию и по роду деятельности. Всю свою жизнь работаю с детьми с нарушением слуха, в частности, с глухими детьми. Сегодня у нас с вами действительно, так можно сказать, стартовое обсуждение, как заявлено в названии. В первую очередь потому, что наше направление, специальное дефектологическое образование, впервые в этом году участвует в этом замечательном мероприятии, Олимпиаде «Я профессионал». Поэтому получается, что и мы, и вы находимся перед чем-то новым, неизведанным и, конечно, потому очень интересным. Когда я готовилась к вебинару, я подумала, вот что бы мне хотелось узнать, если бы я, например, будучи студенткой, решила поучаствовать в такой олимпиаде. И мы решили, что сегодня мы обсудим с вами следующие основные вопросы. Кто может участвовать в олимпиаде? Зачем это может быть нужно вам? И как вам это сделать, и что вам для этого нужно? Итак, начнем. Кто может участвовать? Ну, можно сказать, что несмотря на титульное название нашей специальности, специальное дефектологическое образование, круг участников, конечно, гораздо более широкий. Ну, в первую очередь, это студенты бакалавриата или специалитета, которые обучаются на именно дефектологических специальностях. Но не только они. Мы приглашаем к участию и студентов-психологов, и студентов, которые изучают клиническую психологию, и вообще всех, кто учится и получает психолого-педагогическое образование. Сразу подчеркну, что участвуют студенты, начиная с третьего курса. Это тот уровень, который вполне обеспечит вам возможность не только участвовать, но и выиграть. Почему такой широкий спектр специальностей? Ну, это очень просто. Дело в том, что современная образовательная система, она требует от профессионального востребованного педагога гораздо более широкий круг навыков, возможностей, знаний и умений. И в первую очередь это связано с активно внедряющимся инклюзивным образованием, что, как мы с вами знаем, представляет собой доступность, процесс, обеспечивающий доступность образовательной среды для всех детей, независимо от их способностей, возможностей или независимо от их уровня развития. И на самом деле это уже реальность сегодняшнего дня. Когда я разговариваю об этом со всеми студентами всех педагогических специальностей, я им рассказываю о том, что они должны быть к этому готовы. Они встретятся с такими детьми в любом случае. Инклюзивное образование – это сегодня, это не завтра. Инклюзивное образование уже есть. И мы... Любой педагог и любой психолог должен понимать не только, что из себя представляют самые разные дети, но и уметь взаимодействовать с ними. Ну, например, как общаться с ребенком, если у него нарушен слух? Или как учить читать и писать слепого ребенка? Или как учить математике аутичного ребенка с проблемным поведением? И я говорю всегда студентам, что для того, чтобы вам потом не было трудно, когда вы встретитесь с этим в реальности в своей педагогической практике, и для того, чтобы вы действительно по-настоящему могли помочь этим детям, вам нужно быть готовым к этому уже сегодня. Вам нужно все про это знать. И мы надеемся, что наша олимпиада вам в этом поможет. Действительно, именно современное дефектологическое образование дает ответы на очень многие актуальные вопросы. Ну, в первую очередь, любой педагог должен быть готов к тому, должен знать, что в современном многообразном мире, что, в принципе, мир человеческий, он, с одной стороны, конечно, он единый, да, потому что мы все просто люди, а с другой стороны, он очень вариативный, он очень разный. И независимо от того, какие у нас способности, независимо от того, что мы можем, мы должны быть готовы, что может ребенок, мы должны быть готовы, ну, скажем так, повернуть педагогическую среду
лицом к этому ребенку. А педагогическая среда – это мы с вами. Да? То есть мы с вами должны быть готовы повернуться лицом к этому ребенку. И сделать так, чтобы он не просто имел право учиться в любой образовательной организации, а чтобы в этой образовательной организации его хорошо понимали, чтобы ему могли помочь и чтобы могли обеспечить все его базовые потребности и все, что ему необходимо. Ну, например, если ребенку трудно выражать свои желания и потребности в словесной речи, скажем, по-другому, трудно говорить, мы должны не выбивать у него эту речь, и не говорить ему: слушай, извини, ты плохо говоришь, мы тебя не понимаем, прости, тебе придется уйти куда-нибудь. Мы должны обеспечить ему альтернативные какие-то средства коммуникации, с помощью которых он будет нас понимать, и мы будем его понимать, и с помощью которых мы сможем обеспечить ему полноценное познавательное развитие и личностное развитие. Или, например, если у ребенка проблемы со слуховым восприятием или со зрительным восприятием, мы должны быть готовы предоставить ему современные технические средства реабилитации и не просто дать ему этот слуховой аппарат, но и знать, как он им пользуется, и знать, как нам ему помогать, если ребенок пользуется этими техническими средствами. Теперь о том, почему это может быть нужно, это участие в Олимпиаде, почему оно может быть нужно именно вам. Надо сказать, что я считаю, что личные интересы всегда тоже надо учитывать. Ну, в первую очередь, это ваша возможность проверить себя. Вообще проверять себя очень полезно, но очень трудно самому, поэтому лучше, чтобы вас оценили со стороны. Во-вторых, в случае успешного прохождения Олимпиады вы получаете возможность какие-то, может быть, преференции при поступлении в магистратуру по специальному дефектологическому образованию. Ну и, конечно, тоже при успешном результате Олимпиады организаторы предложат вам стажировку в лучших образовательных организациях страны, в зависимости от того, в каком регионе вы участвуете, в которые, в принципе, просто так, скажем, с улицы не попасть в эти организации. Да? То есть это будет прекрасный для вас опыт и прекрасный старт. Сегодня это слово у нас употребляется часто. Ну, я могу сказать, что, например, такими организациями очень завидными, я бы сказала, да, вот когда я была студенткой, мне очень хотелось устроиться, например, в Центр лечебной педагогики, он как раз тогда только открылся. А Центр лечебной педагогики, который в Москве находится, это одна из лучших образовательных организаций, где работают с детьми с самыми разными особыми образовательными потребностями, у них накоплен огромный свой собственный опыт, свои методики, ну, то есть это такое место, где стоит учиться, где стоит поработать. Также московские организаторы, городской педагогический университет предложит участникам, лучшим участникам, может предложить участие в работе в качестве волонтера или в качестве сотрудника в очень интересной организации. Это фонд соединения, который помогает слепоглухим детям, подросткам и взрослым, у которых масса различных направлений деятельности, где точно каждый может найти себе что-то по душе, если захочет. Им всегда нужны люди, но им нужны лучшие люди. Поэтому это тоже ваши возможности. Ну, здесь мы с вами можем увидеть, какая широкая география участников нашей Олимпиады по нашему направлению специальное дефектологическое образование по всей стране. Вы можете посмотреть, какое количество педагогических вузов захотело принять участие. Причем напоминаю, что это впервые, поэтому это, в общем, уже очень хорошо. Вот партнеры-работодатели, ну, это те партнеры-работодатели на слайде, вы можете их видеть, о которых я как раз уже немножко вам рассказала. Это те работодатели, которые участвуют от московского участника, от московского вуза. Соответственно, в каждом регионе тоже будут вам предложены свои какие-то... Вы можете познакомиться с теми партнерами-работодателями, которых будут предлагать организаторы Олимпиады.
Ну, а здесь на следующем слайде мы с вами можем посмотреть, что мы ждем от участников. Да, мы вам немножко, я сначала вам рассказала о том, что вы можете ждать от нас, а здесь представлено, что мы от вас ждем. Здесь, конечно, и профессиональные знания, здесь все ваши компетенции и общекультурные, и профессиональные, и личностные ваши компетенции. Все, что вы можете продемонстрировать на этой Олимпиаде, и я уверена, что вы, конечно, совсем с этим можете справиться. Ну, немножко поподробнее о том, как будет проходить сама Олимпиада. Ну, самое, наверное, интересное. Олимпиада, я профессионал по специальному дефектологическому образованию, как и по другим направлениям, проводится в два этапа. Первый этап у нас идет отборочный этап, вы можете видеть на слайде его сроки, это 24-го, он будет проходить с 24 ноября по 9 декабря. Это заочный этап, онлайн-олимпиада. И затем второй этап, это заключительный этап, он будет очный, будет проходить на базе тех вузов, соорганизаторов в регионе, в которых вы участвуете. Ну, сроки заключительного этапа уточняются и скоро уже станут известны, вы, конечно, о них узнаете. Что касается, немножко пройдемся по этим этапам, чтобы уже заранее как-то ваши, может быть, какие-то удовлетворить интересы и ответить на ваши вопросы. Значит, отборочный этап, он будет представлять собой тестовые задания. Это будет тест из 24 вопросов, скорее всего. С демо-версией теста вы можете уже ознакомиться на портале Олимпиады в разделе «Специальное дефектологическое образование». И кроме этого, уже ближе к отборочному этапу состоится еще один вебинар, где вам уже более подробно будут рассказывать о том, что из себя будет представлять тест. Но, или тесты, скорее так можно сказать. Но сейчас мы с вами тоже немножко можем этого коснуться. Тестовые задания разделены на, насколько я помню, 4 основных блока. Сейчас мы с вами вместе их посчитаем. Значит, первый блок включает в себя основные понятия педагогики и специальной психологии. Ну, я думаю, что слушают меня в основном дефектологи, психологи и педагоги в любом случае, да? Поэтому те знания, которые входят в этот блок, они знакомы точно совершенно знакомы любому педагогу. Это задачи, принципы, цели, методы, история и так далее. Все педагоги, у всех педагогов обычно это отскакивает от зубов, поэтому я думаю, что этот блок не составит никакого для вас труда. Следующий блок включает в себя так называемые научные основания специальной педагогики. Ну, что это значит? Мы с вами прекрасно понимаем, что любое знание должно основываться, базироваться на каких-то, иметь какое-то научное обоснование. И мы должны использовать эти научные знания, научные обоснования для решения конкретных практических ситуаций. Ну, чтобы не быть голословной, давайте разберем, например, знаменитое, известнейшее всем дефектологам и, я думаю, многим педагогам и психологам понятие, которое ввел великий русский психолог Лев Семенович Выгодский, которое называется «структура дефекта». Вот вам, как участникам Олимпиады, нужно не только понимать, что представляет из себя это понятие, в чем его суть, структура дефекта, но и понимать, как это можно приложить, условно, извините, к конкретному ребенку. Ну, давайте просто на примере это обсудим, чтобы не быть голословной, да? Например, если мы берем ребенка с нарушением слуха, глухого ребенка, то мы должны осознавать, что в соответствии с понятием о структуре дефекта особенности мышления связаны у глухого ребенка не непосредственно с нарушением слуха, а связаны с тем, что ему трудно овладевать словесной речью, что словесная речь – это малодоступное для него средство коммуникации. Поэтому для того, чтобы минимизировать эти особенности мышления, да, то есть то, что идет по структуре дефекта ниже, мы должны заместить отсутствующую словесную речь
на раннем этапе доступными ему средствами общения для того, чтобы в дальнейшем у него не было этих особенностей мышления и особенностей личностного развития, которые могут возникнуть в результате трудностей речевых. Ну, я уверена, что дефектологи даже первого курса точно меня поняли сейчас, потому что это понятие объясняется на первом курсе. Что касается психологов и педагогов, я очень надеюсь, я специально не стала подробно обсуждать структуру дефекта, потому что я понимаю, что это то, что вы должны тогда прочитать сами и каким-то образом подготовиться к ответам на подобные вопросы. Это была такая небольшая подсказка, собственно говоря, небольшой спойлер. Итак, следующий блок, который входит в тестовые задания, это блок с названием «Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями». Это образовательный блок, в котором вы должны проявить свои знания конкретных категорий детей, их особенностей и, ну, скажем так, каких-то методических подходов. Следующий, последний, четвертый блок – это блок под названием «Педагогические системы специального образования». Что это такое? Это уже непосредственно, ну, можно сказать, образовательные системы, которые вам нужно знать не только исторические подходы к обучению детей с проблемами в развитии, но и, конечно, все современные системы. Это то, что вы должны продемонстрировать свои знания именно в этом. И главное, еще раз подчеркну, во всех заданиях, включая задания этого блока, главное это, конечно, уметь применить эти знания непосредственно к конкретной практической ситуации. Все-таки это олимпиада, а не просто экзамен. Ну и переходим теперь к заключительному этапу. Это у нас уже будет очный этап, ну, очень вкратце. Чтобы не раскрывать вам сразу всех подробностей, он будет тоже у нас состоять из двух основных, ну, блоков заданий. Значит, первая часть заключительного этапа будет у нас проходить в виде такого задания. Вам будет дан медиакейс, и вы должны будете просмотреть его и после этого написать по нему эссе. Ну, для того, чтобы немножечко сейчас разобраться, что в данном случае будет называться медиакейсом, потому что это достаточно широкое значение может быть у этого понятия. В данном случае это будет фрагмент художественного фильма, в котором будет обсуждаться, ну, какая-то история жизни и жизнедеятельности человека с особенностями развития, ну и, конечно, его социального окружения, семьи, друзей, его учителей и так далее. Ну вот вы сейчас на слайде можете видеть отрывки из нескольких таких фильмов. Таких фильмов очень много. Я надеюсь, что, может быть, кто-то из вас узнал сейчас, из каких фильмов это здесь кадры. Ну, может быть, у вас, если будет время, можете посмотреть, подумать даже, можете мне потом даже написать, угадали вы или нет. Но пока вы угадываете, я вам немножко расскажу о том, что же все-таки в этом эссе вы должны будете отразить. Ну, там будет несколько аспектов, каждый из которых вам, конечно, тоже будет описан еще более подробно, и в частности в задании. В первую очередь вы должны провести, ну, так называемый проблемно-ситуационный анализ. То есть вы должны выделить проблему, которую вы смогли опознать в этом отрывке, описать ее. Вы должны описать или проанализировать, какие у этой конкретной проблемы в этом конкретном отрывке вы видите исторические условия, может быть, социально-экономические условия, культурные условия и так далее. Кроме того, вы, конечно, должны предположить, какие профессиональные действия необходимы для решения этой проблемы. Может быть, они предложены в фильме, а может быть, вы предложите какие-то свои. Конечно же, кроме этого, помимо такого, ну, скажем так, проблемно-ситуационного анализа, вы должны будете отразить и какие-то этические аспекты. Ну, здесь я имею в виду такие традиционные какие-то нравственные категории, как добро, зло, справедливость, совесть, чувство долга.
гуманизм. Как эти проблемы? Подняты они здесь или не подняты? Решены или не решены? Что вообще можно сказать об этих понятиях применительно к этому медиакейсу? Ну и, конечно, вам необходимо будет, поскольку все-таки у нас художественный фильм, не зря он художественный, мы могли бы вам предложить документальные отрывки, но есть и художественные фильмы на эту тему, и это очень важно, поэтому вам нужно будет провести, ну, некоторый, скажем так, эстетический анализ, и вы должны будете выделить какие-то средства художественной изобразительности, которые применил автор фильма, режиссер или сценарист, для того, чтобы отразить какую-то свою идею. Вот все эти пункты, которые мы с вами сейчас обсудили, все эти виды анализа, если можно так выразиться, вы должны будете представить и расписать в эссе. И ваше эссе будет оценивать компетентное жюри, и они смогут оценить и ваши, соответственно, общекультурные компетенции, и ваши профессиональные компетенции, и, конечно, ваши, ну, собственно говоря, личностные компетенции, да, ну или можно даже сказать вообще ваше мировоззрение. Это касается, то, что касается первой части заключительного этапа. И вторая часть заключительного этапа будет представлять собой следующее задание. Вам будет представлена какая-то проблемная ситуация. Ну, опять все слово проблемное, да, ну, конкретное, опять же, можно его назвать кейс. Это может быть, например, необходимость провести консультацию родителей или посмотреть ребенка, провести диагностику. Или, может быть, это, например, разработать, ну, фрагмент урока или систему уроков. По уроков для детей с конкретными проблемами в развитии. Или это может быть, например, разработка адаптированной образовательной программы для тоже конкретного ребенка, которого вам предложат. В этом случае вы должны будете эту проблемную ситуацию, вам предложенное это задание тоже решить, презентовать и защитить перед членами жюри. Ну, надо сказать, что тут тоже вы сможете проявить и свои общекультурные компетенции, и профессиональный уровень. Все, что вы захотите. Здесь нужно просто будет самим смоделировать. Ну, наверное, для первого раза я рассказала в основном все, что пока вам необходимо знать, и, может быть, то, что вам может быть интересно. Я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, но прежде чем я перейду к вашим вопросам, я, конечно, во-первых, хочу пожелать всем, я бы, знаете, даже сказала, не просто удачи, а удовольствия от участия и, естественно, призов, победы и всего самого хорошего. Но кроме того, я привезла вам, ну, скажем так, пожелания. Очень коротко я хотела бы на них остановиться. Пожелания от нашей студентки. Наша студентка по имени Алена, студентка 4 курса Института специального образования, отделения тифло-сурдопедагогика, будучи человеком очень энергичным и человеком очень заинтересованным в профессии, в прошлом году проходила Олимпиаду «Я профессионал». Вы удивитесь, как же она могла проходить, если дефектологическое направление первый год. Так вот, она проходила педагогическую олимпиаду. Вот такая у нас замечательная Алена. И в этом году Алена, узнав, что мы, наш институт, участвует в организации олимпиады по специальному дефектологическому образованию, сказала мне: «Ой, я хочу передать привет будущим участникам и сформулирую для них советы». Вот, если можно, я сейчас вам их прочитаю, потому что Алена, на самом деле, сама их сформулировала, мне не хочется ничего менять в них. Итак, советы от Алены. Первое. Не нервничайте, не торопитесь, не бойтесь ошибок, вы все успеете. Второе. Будьте верны принципу педагогического оптимизма. Любой ребенок может добиться успеха. Это касается и героев задачек, и олимпиадников. Третье. Внимательно читайте вопросы, вдумывайтесь в слова, но не тяните слишком долго, рискуете запутаться.
Четвертое, хороший совет, хорошенько выспитесь перед Олимпиадой. Пятое, если от волнения мозг застопорился и в голове совсем нет мыслей, отвлекитесь на другой вопрос, нужные мысли обязательно придут. Шестое, не забывайте о логическом мышлении. Ответы на многие вопросы лежат на поверхности. Умение думать может оказаться важнее, чем знание. Седьмое. Когда вам кажется, что вы закончили Олимпиаду, отдохните несколько минут, а потом перечитайте все вопросы и ответы заново. Восьмое. Не пренебрегайте подготовкой. Никто еще не написал Олимпиаду плохо, потому что слишком хорошо подготовился. Девятое. Не тратьте время на поиски ответов в конспектах, учебниках или интернете. Все ответы уже есть в вашей голове. Надо просто немножко напрячься. Десятое. Мыслите позитивно. Заранее продумайте стратегию участия в следующем этапе. От объявления результатов до начала второго этапа очень мало времени. И последний, одиннадцатый совет. Если у вас что-то не получится в этот раз, улыбнитесь и скажите себе, до следующего раза у меня есть целый год, который я могу потратить на подготовку. Ну, то, что называется, умри, лучше не скажешь. Поэтому Алене привет, и вам тоже всем от нее привет. Теперь я буду рада ответить на ваши вопросы. Ну, может быть, вопросов нет пока, может быть, они у вас возникнут к следующему вебинару. Тогда всем спасибо за внимание и еще раз удачи. Всего доброго!